Вот Олег здесь слушает музыку, да? Как правило, там никакого развития нет, и очень многие там очень быстро уходят из жизни. Вот, и чтобы не было такого грусти и печали, решили, что нужно что-то как-то изменить. Все наши студенты, мы так называем, они все у нас учатся. Вот. Кто-то в типографии, кто-то здесь в хостеле, да, кто-то сейчас вот именно частная мастерская у нас. То есть вот так или иначе, в храме, например, при храме некоторые ребята работают. Без дела никто не существует. Они приезжают туда, и при этом они в этом поселке тогда должны что-то делать, ну, пользу принести какую-то. Вот, допустим, Лен не может у себя на чертой убраться, они придут и ей помогут, допустим. За это они уже бесплатно. Да. Это как бы, да. Плата за проживание. Да.